поддержки. Такие встречи стали традиционными. В этот раз Вениамин Кондратьев пообщался с представителями федеральных информационных агентств. Много вопросов касалось экономической политики Краснодарского края. Так, по итогам года рост волового регионального продукта составил почти 2%. Принципиально важно сегодня для нас максимально модернизировать и не только промышленность, да и все те отрасли экономики, в том числе переработку и иные, которые позволят нам сделать скачок, рывок в экономическом развитии, а значит, естественно, существенное будет увеличение бюджета, регионального бюджета. Давайте даже обратимся к цифрам. Удается. В 2014 году бюджет равнялся 190 миллиардам. А если мы возьмем 2018 год, то у нас уже 265 миллиардов. Коллеги, за три года 75 миллиардов рывок. Ну, это реальные цифры, которые нам позволяют сегодня, на самом деле, реализовывать те проекты, которые видимы, я еще раз подчеркиваю, видимы населению. В этом году только миллиардное переоборудование поликлиник и больниц в районах было выделено дополнительно. А в следующем году плюс 6 миллиардов на эти цели. Вениамин Кондратьев рассказал, что в будущем бюджет Краснодарского края останется социально ориентированным. 80% финансирования направят на строительство школ, детских садов, выплаты учителям и врачам. Конечно, журналистов интересовали и личные вопросы. Губернатор поделился с ними, где он вместе с семьей встретит Новый год. Полная версия интервью выйдет на нашем канале завтра, 25 декабря, в 18 часов.